Вот номера нету. Номера нету, вот куда он поехал. Писать, писать, вот машину, нашу. Опять. Поехали. Друзья, я к вам вынужден обратиться за помощью. Вот водитель Audi ехал без номеров, скрылся от погони обманным маневром, сильно превышал скорость до 150 км в час, рисковал жизнью, ладно своей, но и чужими. И все это якобы для того, чтобы избежать копеечного штрафа. Он не производит впечатления кормильца семьи, а похож на обычного беспредельщика. Если кто-нибудь из вас опознает его, сообщите его данные. Анонимность гарантируется. У нас к нему есть масса вопросов. Только вместе мы сможем сделать дороги безопаснее. Подумайте, что было бы, если бы он сбил вас и ваших родственников. Думаете, он бы остановился? А если бы и остановился, вам бы от этого стало лучше? Передай на пост, что он уезжает, чтобы они это сообщили. Audi A4 черного цвета, ташкентский этот, ну, Audi A4 черная, Раймбека, мотызалка пересекает, не останавливается. Позвонил, да? Не подчиняется. Куда он ехал? Прямо едет. Прямо едет по Раймбека, проехал мотызалку. Петрова подъезжает, подъезжает Петрова. Прямо, да, поехал? Куда проехал? Прямо поехал, да? Прямо проехал, да? Да, но я не видел уже, я потерял. Я уже
его не вижу. Как она? Баумана, да? Или Баумана? Следующая за Петрова. Какая улица? Алло. Алло. Так, направо на Рыскова выходит, да? Да, идет. Ага. Да, видим. Идем за ним. Да, не останавливается. Мы его остановили, он вышел, сел в машину и ушел в погоню. Да. Налево. А, нет. Прямо. Нет, по Рыскову пошел Ауди, прямо. Ауди. Да. Создает аварийные ситуации. Ауди, торта, Ауди. Ну. Ауди, Джанфурка, тортани. Я не... Да нет, мы его догнали, он просто он не останавливается, его почину бить. Не подчиняется. Не подчиняется. Но мы идем рядом. Да, прям он подставляется, то есть, дико. Да, мы подъезжаем к аэродромной. Аэродромной. Скажите, вот перед инспектором, что по рации по городу передать? По рации передавайте. Прямо проехали этот... аэродромную проехали, идем Ауди, прямо. Ауди, Ома, Тортади, Ауди. А? Да, не подчиняется, ему все пора, по рации передать. Да, снимаю. Молодой человек. Идем прямо по Рыскову к Сейфуллину подъезжаем. Не знаю, куда сейчас он пойдет. Да. Подъезжаем к Сейфуллину. Так, и он. Блин, походу, нет. Да, ушел направо. Мы не успели. Все, мы не успели, он ушел направо на Сейфуллина. Так, я смотрю. Блин, я, по-моему, да. Я пытался посмотреть что-то там. Я потерял, да. Скорее всего, вверх проехал. Ну, сотрудник полиции как бы задом сдавал. Он не мог там посмотреть, куда едет. Блин, ушел, кажется, помазал. До сих пор вот эта связи с вами. Да, вот это телефонное право всем. Да, сейчас чуть-чуть успокоился за счет этого видеорегистратора. Раньше вот плановали люди. Сейчас уже сразу скажешь, уважаемый водитель,
надо угрожать. Наши боялись, боли. Я все вспотел. Можете открыть? Да, открывайте. Да. Просто этот замок сделали, да, смотри, не открывается, да? Ну там кит-контроль, наверное. Да, чтобы не убежал.